Мир вам, братья и сестры. Читаем Слово Господне и просим благословения. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Аминь. Аминь. Отец наш Небесный, мы сердечно благодарны Тебе, что Твоя Божия. Святая невеста Христа, где ж твоей первой любви полнота? Вспомни теперь, как за эту любовь ты проливала невинную кровь. Вспомни, как в грудь тебе стрелы вонзали, как тебя львы и тигрицы терзали, как со злобой на кострах тебя жгли и роды нашей греховной земли. Церковь святая, невеста Христа, где твоя молодость и красота? Где твои розы, что нежно цвели в знойных пустынях несчастной земли? Кровь, гонимая церковь Христа.
Анна туда не раз летела, думая о Божьих чудесах. Никогда Святая церковь, Отец, предание.
Вашей молодежи вместе спели такой прекрасный псалом. Как лань желает потоком, так стремится душа моя к Тебе, Боже. Днем свою милость.
Так много в мире есть дорог широких. Хотя мы иногда нас все тут держит, но мы хотим от земли оторваться. Мы хотим быть там, на небе, с нашим Господом, потому что не видел глаз и не слышал ухо, что Бог приготовил для любящих Его. Меня манят к себе небеса, от земного хочу оторваться, лишь нелегкой бы быть на весах, чтоб навеки во тьме не остаться. Жизнь должна добродетельной быть, доброй, кроткой, смиренной и верной. Мы должны всех прощать и любить, чтоб во всем было Божия милость. Она смотрит в себе небеса. Нам легко о делах говорить, а вот жизнь воплотить их непросто. Но Христос дал нам сил дел творить, что поможет духовному росту. Забываем порой небеса, суета завладела всей жизнью, но не жизнь. Она смотрит.
Поднимите глаза в небеса, небе дом наш и наша отчизна. В своем сердце Христу дверь открыв, навсегда, чтобы он в нем поселился. Птицы стаями в небо летят, доверяясь во всем лишь на жатву. Нам пример они свой оставляют, доверяясь во всем только Богу. А нас манят в себе небеса, мы хотим от земли оторваться, взвесив жизнь свою на веса, чтобы в небе с Христом повстречаться. А нас манят в себе небеса, мы хотим от земли оторваться, взвесив жизнь свою на веса, чтобы в небе с Христом повстречаться. Взвесить жизнь свою на весах, чтобы в небе с Христом повстречаться. Прекрасное служение сегодня, прекрасная тема, чтобы мы поразмышляли над тем, каковы мы есть. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, с 4 стиха. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, с 4 стиха. «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как так, ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, ни тьмы». Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться, ибо всякие спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, облегшись в броню веры и любви, и в шлем надежды спасения. Аминь.
Господней гудит от звона боль в ушах, возможно ли не услышать? Но нет, молчит твоя душа, хотя на ладан дышит. Я громогласной трубой хочу трубить тревогу, чтоб ты увидел пред собой к спасению дорогу. Над спящим городом летит звук трубный громче, тише, но нет. Душа твоя молчит и ничего не слышит. К тебе я близко подойду, чтобы... Подари Божий.
Спасибо.